Какой надо давать пиздятины печки, блядь, чтобы было вот такое? Кто-нибудь мне скажет? Блядь, задышка выгорела. Разбираю печку. Сверху духовка была. Офигеть. Выгорела. Правда, она дюралюминиевая, походу. Но все равно. Духовка сверху стояла. Кирпич. Кирпич. Кирпич белорусский. Витебский. Не, ну конечно, здесь. Офигеть. Вот это да. Выгорела ее. Вот это напрямую, получается, она вот здесь стояла. Напрямую горела. Ну да, хайло он сюда. Вот хайло. Все, конец связи.